Здравствуйте, сегодня я буду рисовать пруд. Рисуем сначала карандашом, потом будем рисовать красками. Вы старайтесь рисовать не жирно. Я рисую жирно, потому что, чтобы вам было лучше видно. А если вы будете рисовать не красками, то можете пожирнее рисовать. Это такой кустик, вот. Там мы листики еще на нем нарисуем. Сейчас просто помечаем, как он будет идти. Также вот здесь будут такие камыши расти. Потом мы их получше прорисуем. Здесь травка.
Здесь стрекозки вот это летают. Вот это у нас такой мостик. А здесь трава идет. Вот, примерно мы так вот нарисовали карандашом. Сейчас мы будем рисовать красками. Здесь тоже будут камыши идти. Давать крашкой гуашью. Сейчас я буду рисовать небо. Thank you.
Я вот здесь вот подрисовала камыши. Здесь также травку нарисовала. Теперь будем рисовать листья. То есть травку, не листья, а травку. И сейчас буду рисовать пруд. У меня получился пруд. Подписываемся с мостиком, со стрекозами.